Приветствую вас, дамы и господа. Знаете, что вам скажу? Происходят сейчас очень странные вещи в Казахстане. И мы знаем, что 18% мощностей, в том числе майнинговых, находится именно в этой стране. Так вот, биткоин упал именно из-за этой ситуации, а именно из-за гражданской войны. Давайте посмотрим, что же случилось в более детальном масштабе. Буквально вот было... Значит, у нас сегодня 6 число. Вот 3 числа цена упала на 5000 долларов. То есть достаточно в приличном эквиваленте. Скажу так, что это будет продолжаться еще некоторое время. Давайте я сейчас вам покажу. Это линия нашей поддержки. И я знаю, что она ее пройдет. То есть произойдет еще более нижний спуск. Потом произойдет коррекция. И, наверное, все-таки мы уйдем в медвежку. А там уже у нас имеется следующая линия поддержки, которая заканчивается на уровне 28 тысяч долларов. Так вот, под конец медвежьего рынка можно ожидать биткоин по этой цене. Но скажу вам так, что мы увидим, если все-таки биткоин пройдет еще ниже, он опустится еще ниже, до 20 тысяч. И, естественно, все инвестора, все люди, которые боятся потерять свои деньги, а это зона страха уже сейчас, она сейчас уже красная, просто выйдут из рынка. Вот что нас ждет. Если не нормализуется ситуация с Казахстаном, что я, конечно же, сомневаюсь, это все произошло из-за повышения газа на 120%. Не знаю, как вы, дорогие друзья, но я сейчас не предпринимаю каких-либо действий по биткоину. Я могу сказать следующее, что сейчас происходит перелив денежных средств, инвестора переходят из биткоина в альткоины. И некоторые, между прочим, даже очень стреляют. Вот, пожалуйста, 27% за день. И нужно думать о завтрашнем дне. Но, опять же, биткоин по цене в 20 тысяч, даже 30 тысяч, это максимально интересное, выгодное инвестиционное предложение на долгосрочный период. Думайте, дорогие друзья, а я пошел. Пока.